Всем привет на моем 183-м стриме. И сегодня мы продолжаем проходить игру Wings of V. Вот уже 11-й стрим. Такое у нас получилось прерывистое сильно прохождение. Но я думаю, это даже к лучшему, потому что если бы я только Wings of V проходил, ну прям подряд, то я думаю, она поднадоела бы. А так вполне нормально получается. Я считаю. На прошлом стриме я убил очень сложного босса, ну, по крайней мере, мне он показался сложным. Поэтому сейчас у нас там какой-то уровень следующий. 51.66% пройдено, 2245 смертей, да, и 17,5 часов я уже играю в эту игру. Так, у нас тут путь направо есть, путь вниз есть. Ой, стоп. Что-то я уже забыл немножко управление. И еще путь наверх есть. И неизвестно, ну, какой для чего. Так, что-то я даже не знаю, с чего начать. Не, давайте вниз пойдем посмотрим. Сурово. А, ну да, у нас же рывка нет, пока пирота не взяли. Блин, а как тут вступить-то? А. Блин, ни хрена себе. Ну, я так понимаю, тут уже будет полная жесть на уровне. Да что такое? Блин, не полетело что-то. Да что ж, тут надо прям так точно попасть. Кажется, я понял мысль. Блин. Ну еще надо мало понять, надо еще повторить. Точнее, реализовать. Но, короче, надо, походу, рывок там сделать не совсем вправо, а вправо-вверх. Убить вот эту вот летающую штуку, упасть налево, вниз, взять это перышко. И сделать рывок вправо направо. О, вправо наверх, но, блин, что-то мне кажется, мне не хватит этого ни хрена. Да что ж такое, я хочу второй прыжок там еще использовать. А, не, ладно, второй прыжок там не очень-то. Блин, не, что-то как-то жестко. Давайте попробуем другой путь. По-моему, самый адекватный путь был направо, насколько я помню. Но пока что тут попробуем. Эх ты ж, ну... Даже, ну что ж ты не туда.
Оп, да, оно скинуло меня, нифига себе. Даже то, что не сделал рывок-то. Не, ну тут уже жизни слишком мало, надо рестартить. Ну, умирай, умирай. Так. И ты умирай. О, там сейф есть. Интересно. Отлично. До сейва дошел. И что у нас тут? Как это пройти вообще? Не понял. А, нам двойной рывок дают. Так, еще раз, двойной рывок туда. Тройной, вот там возвратиться, типа. О, это ни хрена ж себе. Сейчас, ну надо просто запомнить. Раз, ой-ой-ой. Ну вот, один я лишний направо сделал. Да что ж ты улетаешь-то в эту трубу? Ну мысль понятна. Ну, блин. Так, только надо посмотреть, долетаю я еще раз до того перышка, и что там потом? Так, вот я его взял в рывке, потом направо наверх, налево наверх, еще раз налево наверх, и направо наверх. Направо наверх, налево налево, направо. Да, блин. Ну, кстати, мне может спасти прыжок оставшийся, да. Немножко просто сложновато правильно направить, как бы. Не всегда направляет так, как я бы хотел. Че, я шипы задел, что ли? Да лол. Вот сейчас вот наверх я не хотел. А сейчас наоборот. Походу там надо по-любому использовать прыжок. А, стоп, я не понял, мне там не хватает, что ли? Еще раз. А, нет, тут двойной дают. А, кстати, да, двойного-то там не хватит, по идее. Не понял тогда. Да, стоп, там двойного не хватит, что-то я не пойму тогда концепцию. И что?
Ну, типа, я могу не тратить второй прыжок, постараться, когда я беру там вот в середине перышка, но разве мне это поможет? Давайте пробовать. Ой, потратил. Ну, потратил все равно. Ну, блин, фиг знает, может и достанет. Да как тут не тратить-то, я не пойму. Тут фиг не потратишь. Понял. Понял. Да блин. Да что ж ты делаешь? Ну не туда же надо было-то. А, хотя стоп. Не, ну да, мне нужно направо вначале приземлиться. Ой, ну это было плохо. Да, ну блин, используй ты прыжок-то. Да что ж такое, я что-то слоупочиваюсь жестко просто. А, не туда. Минутку. Оп, ну почти, это было близко. Да что ж ты задеваешь-то? Это же портал дурацкий. Ну, это мимо. Опа, так. Что там у нас наверху? Что я там сейва не вижу? Так. Сейчас мне нужно прыгнуть одним прыжком налево. И что-то я не уверен на самом деле. Я не допрыгну до пера. Ну, я так думаю, надо одним прыжком налево, потом парить, взять перо, чуть-чуть еще влево сдвинуться, сделать рывок наверх. И у меня еще второй прыжок есть. Опа, да. Ты кто? Ни хрена себе. О. You found a key. Вы нашли ключ. Какой-то ключ нашел. А тут страшно, меня что-то чуть не заовнило. Я немножко растерялся, просто боялся именно из-за сейва. То, что не было сейва. Так, какой-то ключ нашел. И хз, зачем он? Ну, походу, значит, надо еще один ключ находить. Блин, еще надо возвращаться теперь как-то. Ну, вниз-то проще, конечно, но... С одной стороны. Чего, ты появляешься? Город, что ли?
Блин. Тупо, что он появляется, конечно. Но он оказался довольно простым. Ну, это я так не стараюсь его особо увернуться от его атак, потому что-то он оказался каким-то бесполезным. Но, в принципе, можно и без урона. Но пофигу. Не буду пытаться особо. Ну, вот от этого бы увернулся и было бы без урона. Ну, ладно. Чуть-чуть с уроном. Блин, а тут как-то... Не, значит, там надо парение использовать как раз-таки во втором случае, а не в первом. Так, оп, оп, да ладно, ну блин. Что-то вниз-то, я думал, легче будет намного. А в итоге... По идее, можно с этими же рывками, да? Хотя нет. Ой. Ну вот нафиг я пытаюсь какие-то страты придумывать. Буду просто бить. Бить, 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 бить. Ага. Все. Да, вниз все-таки проще. Так, а тут? Что-то я уже забыл. А, ну тут еще проще. Все, значит, ключ я какой-то взял. И почему-то у меня такое подозрение, что вниз тоже какой-то будет ключ, а направо основной путь. Если я сейчас пойду направо, то я куда-нибудь упрусь, и мне скажут: слушай, иди-ка ты, возвращайся, пока ключ второй не найдешь, что-нибудь типа того. Блин, вот тут я немножко не понимаю тактику пока. Как мне вот этого, блин, убрать, урода? Не, кажется, понимаю, но, блин, очень много надо кнопок нажать, я... То есть, мне нужно... Я понял, то есть я туда подлетаю, использую вот этот обычный прыжок, у меня же второй остается еще, да? Убиваю его, и как то, ну, то есть убиваю, и прямо в этот же момент делаю рывок направо, который у меня уже взят. Блин, ну, это очень много кнопок. То есть подлетел, нажал прыжок, удар и сразу вправо и рывок. Это, блин, до меня это до хрена кнопок. Блин. Что-то я вообще слупо очень жестко. Времени-то очень мало, чтобы это все нажать. Вообще не взял даже перышко. Вот, почти только я уперся, но мысль-то вроде правильная. Да что ж ты. Оп, ну.
Сейчас получится, наверное. Это что, что? Я об эти умираю. Об шипы. О, ну. А, стоп, а у меня еще что-то остается? У меня, по-моему, еще парение остается, да? Или я его использую, стоп. Не, по-моему, у меня парение. А, не, парение я в самом начале использую. Да, значит, у меня больше ничего нет, кроме рывка. А может туда. Ой, ну блин. Может туда подкат использовать как-нибудь? Или, например, подкат и потом парение. Вот, и у меня остается один прыжок. В смысле, два прыжка остается. Стоп, или от воздуха я в любом случае один только могу сделать. Нет, по-моему, я в любом случае два прыжка могу сделать. Да ну блин, ну так тяжелее, конечно. Что-то я кнопки теперь стал зато путать. Вот. Сейчас, ну я просто не был готов. То есть рывок налево, рывок наверх. И рывок налево. Потом плавно спускаюсь и бью. Выглядит вообще не сложно. Да что ж ты делаешь-то? Да ну, не ту кнопку. Да что, зачем же я рывок-то делаю? Второй. Ага, слишком далеко стояла, она выстрелила вместо того, чтобы ударить. Да что ж, надо ближе. Подлетел, потом прыжок и удар, потом рывок вправо, прыжок, блин. Рывок, прыжок и уйдет, все запутался. Еще и далеко все равно стоял. Да ну нафиг. Да что ж ты так... Нет, стреляешь вместо удара-то. Наконец-то, так. Оу, ни хрена себе тут. Да уж. Пол-то разрушается, и еще гады летают. И это очень печально, кстати, они меня схавают. Блин, я что-то, честно говоря, был уверен, что тут сейф. А тут сейф только на изике. Да жесть, ну я просто не могу пытаться их нормально бить и еще при этом. Ну это охренеть. Еще при этом платформа, блин, рушится. А там, вон видно, там дальше не пройти, пока я их не убью.
Ну, у меня, правда, можно. Я когда приземляюсь, у меня восстанавливаются все прыжки и парение. Я могу вот в том пару немножко, ну, послоупотить, чтобы их убить. Наверное, так и нужно сделать. Да, ну, блин. О, засосало. Да что ты еще на этих-то тратишь? Да. Одного, кстати, по-моему, убил, да, или нет? Не обратил чуть внимания. Да, опять я не то начинаю делать. Привет, Филор. 2 года назад смотрел меня, когда играл Дефинчика. Да, это были одни из моих самых первых стримов. Приветствую. Тогда снова приветствую на канале. Но это, конечно, посложнее, чем дельфинчик. Но мне нравится. А, закончились платформы. А что я одновременно их разрушил? А, это не очень. Мне надо было по одной. Пройти, я еще не понимаю. Пар этот особо не спасает вообще. Либо я не умею им пользоваться. Надо было так заложить-то. Ну что ж я... Не, короче, надо прыгать сразу. Вот я приземляюсь и сразу прыгаю на вот эти вот дальше платформы и пытаюсь их убить. Там все-таки шансы есть. Да, ну что, с одного удара не убивается, что ли? Что-то я не понял. Убивается, а что тогда в тот раз не убил? О, убил. Опять ты? Да ладно, ну серьезно, он меня подкинул своим уроном. А там сейф по-любому за ним уже. Ой, я дурак. Нафиг я стоял-то под этим порталом. У меня хп бы еще хватило бы его убить легко, просто легко. Блин, вот жесть. Вот жесть. Блин, столько страдал и, блин, умереть от какой-то ерунды просто.
А, блин, мне показалось, я двоих убил. Чё? Уже расслабился. А, кстати, там в конце-то стоять можно. Ну, в том плане, что... Ну, там... Можно их убить, по крайней мере, более спокойно. Да, но до туда не дойти, ладно, все, надо их все-таки бить. Все-таки их надо бить, потому что они так просто меня до туда не допустят, просто, ну, тупо. Что все так неловко-то, ну. Потому что не надо было на этом козлике умирать. Да, но у меня вот теперь у меня нету ХП, чтобы с ним сражаться, так что надо бы без урона. Блин, вот это вот уже сложнее, да. Теперь он не такой бесполезный. А тогда у меня было куча просто здоровья, куча. Я его легко бы убил. То, что как бы сейчас я умер, это закономерно, ну, потому что все-таки без урона его уже чуть сложнее убивать. Ну, как бы, не то, что его прям сложно, но там просто еще такое ограниченное пространство. А в первый раз, по-моему, там было больше места, явно. Вот. А как бы, но, блин, вот в первый раз это было очень обидно. Привет, Оги Бастия. Да что ж ты делаешь-то? Ну, 4 хп, в принципе, нормально. Ну, не знаю, может хватить. Надо просто сразу его заспамить, короче. По-моему, должно хватить. Чуть не хватило, да ладно. Ну, у него там уже, наверное, осталась фигня. Блин, 4 хп не хватает, запомнили. Значит, если у нас 4 хп, то пытаемся мигрить. Если 5, то спамим. Вообще без урона. Вообще без урона. Так что тупо спамим и все. Все. Фух. Сейф. Типа короткий выход, что ли, тут? Блин,
Блин, это дурацкий враг, на самом деле, я не помню. Да уж, короткий выход, блин. Еле прошел. Все, значит. Да, Сурови, Сурови. Прям вот заметно. Заметно Сурови становится. Этот уровень вот уже очень напрягает. Все, я сходил наверх, сходил вниз, взял два ключа. Надеюсь, не зря. Теперь сюда. Что тут, я уже забыл. Я тут какой-то тайминг ловил, что-то не помню уже. А, вот здесь какой-то дурацкий момент. Да, здесь нужно рывок направо, потом парение в этот момент ударить и двойной прыжок наверх. Рывок направо, парение ударить и... Да, я жал ударить, чё за фигня? Ладно. Блин, ну... Чё-то... Парение ударить, говорю. А, ударить другая готовка. О, что-то я уже упоролся. Ударить другая кнопка, я прыжок жму. Это, знаете почему? Потому что я только что, когда вот вниз ходил, у меня там было прыгнуть и ударить, а потом рывок. Вот, и, ну, как бы я привык, что, то есть, рядом кнопка находится удара с прыжком, а теперь я жму парение, это другая кнопка, и ударить через одну кнопку. И, блин, я не могу понять, почему не ударяет. Упасть в пропасть, тут плохая острота, но... Да, лол. Ну, блин, опять же, тяжело. Тяжело, потому что кнопки что-то далеко находятся. А, так а что я туплю? Можно сделать прыжок и удар, потом прыжок и парение. Может быть, хватит. Хрена не хватит. Или я просто плохо сделал. Не, наверное, все-таки нужно сделать парение, удар. Это, блин, тяжело. Привет, Imaginary Homophone. Да ну.
Да что же это? Блин, да как же это сделать? Да ну нафиг. Стоп, а если же я делаю в начале прыжок, то у меня, по-моему, рывок уже пропадает, да? Сейчас я вот тут протестирую. То есть я беру, делаю... А, нет, не пропадает. То есть, может быть, тогда мне нужно там сделать в начале... два прыжка максимально длинных, а потом рывок направо наверх. Нет, по-моему, я так пробовал еще на прошлом стриме. По-моему, это нифига не это неправильно. Но я попробовал один прыжок, потом рывок на, именно направо наверх, а не просто направо. Может, так думал. Можно, конечно, схитрить попробовать, но это тяжело. Короче, убить эту шнягу и вернуться обратно туда, где я стоял. Мне, по идее, хватит прыжков там, рывков. Ну хз, ну можно поэкспериментировать. А, Defender, привет, спасибо. То есть я же могу стрелять? Ну блин, нет, это слишком тяжелая острота. Блин, как же тут поступить-то, а? Ну я не знаю, может быть первоначальная страта все-таки правильная, просто я, ну, краб. Элементарно. Вот, ну как бы, то есть вот это неправильно, я должен в парении его убить. А нахрен мне верхнего стрелять? Ну, допустим, я даже его убью, и что? Он-то мне как бы не мешает, если честно. Ой. Ну блин, хотел выстрелить, прыжок нажал. Да не, нахрен он вообще не мешает. Я даже не понимаю, зачем его туда засунули, так как... А, ну возможно мне туда возвращаться, там надо будет, наверное, из-за этого. Но опять же, что-то не вижу, чтобы он был сложной целью, там я могу стоять просто и стрелять в него спокойно, когда туда заберусь наверх. Да, то есть как бы... А, я не могу простреливать сквозь портал. Ну, то есть, грубо говоря, я буду вот там стоять наверху справа, да, и просто выстрелю в него, чтобы убить, и все. Ну, как бы, то есть странно. Он меня никак не атакует, и... Вот это, кстати, может быть хорошей стратой. Подкат. Ну, чуть-чуть же давай. Блин, ну походу так можно.
Ну нет, ну сейчас застрял. Боги-гостей, а ты в солгриновские игры принципиально не играешь? Да что ж ты делаешь-то? Я хз, как там еще и без урона проходить, это пипец, нужно столько тренить, просто охренеть. Ну, я тут неправильно немножко делаю, то есть, ну, нужно, ну, короче, как-то вот я косячно это делаю. То есть, походу, эта страта норм вообще тащит, но надо норму и реализовать просто. Надо очень четко убить этого, ну как его назвать-то, врага, короче. Потому что он меня тормозит сильно прыжок, это лол. И из-за этого я не долетаю до верха. Да что такое-то? Стрёмно пиратить. Что-то, блин, оно как-то вот оно все не получается, я не знаю. Ну вообще, конечно, не знаю, Wings of Fist сразу проходить на это Mortal Mode, это стрёмно достаточно. Мне кажется, вполне норм проходить ее сразу на Ангел Мод, ну, когда первый раз. Но все-таки, то есть я вот играю довольно мучительно. Не, ну как бы если ты Вайваны, то человек, который Вайваны там постоянно играет, да, то еще ладно. Но обычному человеку с Ангел Мод по-любому надо начинать. Ой, это вообще стрёмный ход был. Ну, потому что некоторые моменты, ну уж очень потные. Ой, ну-ну-ну-ну, не то. Что это вот было? Ну... Не опыт Айван, а именно опыт усидчивости. Как бы, то есть, насколько тебе это нравится. Я не говорю, что именно опыт поможет Айван. Ну, то есть, что именно ты тебе, типа, тут будешь не крабить, а именно в том плане, что ты готов страдать или нет, вот в этом плане только. А так-то понятно, что именно механика-то совершенно другая. Да не знаю я как мне в тот раз так получилось, я вообще хз. Ну, в смысле, ну, ты можешь посидеть, а многие люди не захотят. Ну, кто подумал, знаешь, вот так, ну, человек, который как бы просто какой-то случайный, да, незнакомый там ни с какими-то айванами, ни с чем, просто видит в стиме игра. Да, в принципе, инди-игра. И как бы он не предполагает, что там нужно столько страдать. Ну вот, и как бы для такого человека все-таки посоветую именно с Ангел Мод начинать. А ты-то понятно, тебе вообще надо с демон мода начинать. Причем с галочкой Думит мод.
Юция, я не знаю, как он. Голов. Да бей ты его, ну я уже правильную кнопку жму, все равно не бьет. Ну, блин, бьет, но не тогда, когда мне нужно. Вот это что-то потный момент, я не знаю. Ну даже он не то чтобы потный, он просто непонятный. Я не понимаю все-таки, как правильно. Вот это было вроде неплохо, но я на паузу случайно нажал, потому что у меня просто палец попал. Тут же паузы вроде нету, да? Нет, или Ви все-таки паузится? Нет, она не паузится. Ой, что это было? Да вот, вроде же все хорошо сделал, и ударил вовремя, и прыжок, и еще парение, и ни хрена. Ну там походу вообще такое микро надо, то есть прям вот четенько-четенько все нажать. Сапера на эксперты пойти, ну. Не, айваны это такое дело, когда абсолютно каждый для себя решает, даже каждый отдельно айванер для себя решает, я считаю, нужно ли заморачиваться над той или иной игрой или даже каким-то моментом. То есть нельзя никак, как бы сказать, что если ты какую-то айвану не прошел и даже считаешь себя айванером, то типа ты не очень. Ну потому что, ну вот кому-то просто сапер вот нахрен не сдался, да? И как бы что, после этого считать его слабым игроком? Да нет. Ну как бы, то есть это такое очень специфичное, конечно, дело. Есть! О, нафиг. Так, но я еще не дошел до сейва. Фух. Блин, а хватит ли мне тут? То есть... Блин, даже не знаю. Прыжок, прыжок и парение, что ли? Блин, что-то так стрёмно. Я не знаю, просто может подкат, но, блин, он может неловко получиться. Ну ладно, давайте пробуем. Ну нет, ну блин. Ну, по крайней мере, знаем, что страта работает. Турбокнопка. Камелия. Лол.
Лол. Ну, удаляй. Удаляй. Ну, короче, говно вопрос сейчас пройдем. Походу руки примерно уже запомнили. Ну, сейчас. Не, ну это плохо. Оп. Есть, есть. Ну нафиг вообще. О, мне кажется, никогда не буду в это больше играть. Такое же у меня ощущение было про Dave Bosch, но нет, но это все-таки другое. Тут все, блин, да. Просто охренеть. А, опять козлик. Ну, это уже фигня, с полным ТХП. И третий ключ. Понятно, почему тут этот враг стоит. Вау. Блин, ну что там микро какое-то дурацкое. Там перед порталом можно вставить, по-моему. Блин, да что ж тут такое, потное это место. Привет, Геварик. Да, я, это всего 11-й стрим, то есть я просто не так много играл, как тебе кажется. Блин, что-то я вот там не понял на самом деле про то место, где рывок нужно сделать. Как его надо проходить. Ну, что-то пока даже и идей нету, честно говоря. Что-то тут фарм смертей не такой нормальный прям пошел. А, или нормально, в принципе. Думал взять ее на распродажу, но потом увидел, что нет Steam Cloud, и вспомнил, что тут отвратительное автоматическое переключение. В смысле нет Steam Cloud? Ты о чем? Сейвы в облаке? Вроде. Или нет? Вы должны быть в облаке. А может и нет, кстати. Блин, да это охренеть. Да, автоматическое переключение практически не мешает. Практически. Но потому что все-таки же здесь, ну, как бы все предусмотрено, чтобы с автоматическим пройти. Блин, а так он меня скушал. Да это офигеть просто.
Сейвы ломаются только в первой версии там, или когда он, по-моему, 1.03 что ли патч выпустил, или типа того, сейчас уже не ломаются давно. Он же уже это пофиксил. Один раз, то есть один раз сломались сейвы. Не, ну как бы твое право, если ты не хочешь играть в эту игру, я же не буду заставлять. Ну просто тебе говорю, что все и так проходится. Тем более, ну, никто же не заставляет тебя играть на Mortal Mode. Можешь сыграть на Angel Mode. Я думаю, там тебе вообще никакой проблемы не будет. Я так понял, надо здесь все-таки вот сразу его, короче, на ходу убивать. Или вот так в прыжке. Да что ж ты делаешь-то? Да ну я, блин. Да ну вот если бы я не задел. Ах, тут еще тут надо выпрыгнуть. Ну офигеть теперь просто. А вон и сейф. Ну, короче, тут легкий момент, все. Сейчас там только нужно в конце чуть-чуть на микрите. Вот это вот одного только. Блин, да вот одного бы не получить урон бы. И вот тут можно уже получить урон, как бы, и все равно пройду. Да что ж я торопышка, ну пипец. Есть. О, нарандомлено. Да, вот я ключи им раздаю. Ой, ты кто? Нифига себе. Ладно, я понял. Да, походу убегать надо, да? Ну да, типа гонка. Преследование. Охренеть. Охренеть. Вот это жесть. Ну это надолго. О, это удаляет и надолго, наверное. С моей-то точностью этих рывков это реально надолго. А тут, наверное, все-таки надо как-то прыгнуть, да?
А интересно, некоторые перышки могут быть тролльными, но типа что их не обязательно брать. Хитбоксы ощущаю я. Да не, кстати, хитбоксы это нормально, в принципе. Не знаю, что ты там ощущаешь. Но, по-моему, хитбоксы нормальные вполне. Просто я жму неправильно. Да вот как это вот... Ну, кстати, ну может и хитбоксы. Не, ну типа я там крылышком задел шип слева. Да тут прыгнуть надо, лол. Прогресс. Блин, там такое микро дальше. Вот как вот это вот взять нафиг? А, там даже прыжок еще же можно использовать. А, прыжок надо использовать. Бантик полнит. Привет, Тираон. Чё, наигрались особенно? Да куда ты вниз-то прешь? Надо было, ну вы поняли. Потненько уже начинается. Депадом. Крестовиной. Стиком, мне кажется, тут вообще жесть. Давайте попробуем. Не, стиком удаляй. Ну, по крайней мере, надо привыкать. Да блин. Да что же, я не то хотя бы просто кнопки те же жать надо. Ладно, там не попасть чуть-чуть. Стартую с подката. Ну, не знаю. Ну, в принципе, конечно. Ну это не туда сделал. Ладно, спасибо за подсказку. Может быть, подкаты помогают немного. Да что ж, ну вот я вообще вверх ни разу не жал. Ой. Да ну не вверх, да не вверх же. Привет, КДМ. Да блин. Не знаю, подкат. Да ну...
Ой. В принципе, мне же не сложно делать подкаты. Пусть будет. А вдруг дает какое-то ускорение. Да ну. Да вот что оно не делает-то? Ну сейчас я просто не то сам сделал. Опять вверх. Я вверх вообще даже близко не жал. Ну, по крайней мере, мне так кажется. А тут как быть-то, кстати? Лол, а как тут быть? Если я возьму два перышка, то мне, по идее, два дадут этих-то ускорения. Да, их еще взять надо. По-моему, не два, один. Ой. Кто-то так заботливо перышки тут расставил-то. Интересно. Да блин, что же я не то жму-то? Нет, один, короче, дается. А как тогда быть? Коробка. Что коробка? Я что-то не вижу. Вот как здесь, я не понимаю. Кстати, там всего-то осталось ничего. Коробка перышки расставила. Здесь нет персонажа коробка, ну да ладно. Так, блин, мне потом не хватит, понимаешь, мне не хватает рывка долететь до верхнего. А, Салгрин, ой, господи. Все, понял. Коробка, да что-то не знаю, до меня не доперло. А, стоп, все-таки два рывка? Лол. Что-то я не понял. Да что же я все время путаю вот это? Делаю себе крылья, но... Ага. Блин.
Я вот там очень много теряю времени, вот где я сейчас только что погиб там. Вот здесь. Потому что я, ну, как бы, либо долго бегу, либо, ну, то есть, ну, короче, непонятно. То есть, либо я в портал попадаю, чтобы портал не попасть, я бегу долго, чтобы подкат сделать. Надо там как-то тайминг поймать. Как я раньше тут проходил, я что-то не понимаю. Ты можешь дашь закенселить подкатом? Я хз эту терминологию. Забыл слово. А, ты забыл русское слово? О. Отменить. По-моему, нет. Да, не могу. Потому что, ну... А, или могу, может и могу. Но это как-то немножко сложно. Ну блин, это немножко сложно. К тому же, если я делаю это по воздуху, то не могу. То есть мне нужно именно тащиться по земле. А если я хотя бы чуть-чуть в воздухе, то нет. Не, или не могу все-таки, потому что вообще не получается. Я пытаюсь сейчас. Блин. Может, я просто слоукочу настолько? По-моему, вообще не получается. Да что ж, ну... Ну, я не могу определиться. Если бы я мог определиться, я бы уже определился. Ну, не получается. Ну, будем считать, значит, что не могу. Хотя, может оказаться же на самом деле, что я ошибаюсь. Просто краб. Ну, вроде вообще не выходит. Но видишь, вот тут же... Не, походу не могу. Знаешь, почему мне кажется здесь, что могу? Потому что я, походу, делаю просто рывок в пол. Ну да, нельзя, короче, не, нельзя. И кажется, будто бы я его как бы прервал. На самом деле я просто его не сделал, по сути. Атакой. Ну, походу нет. Вроде нет. Не, ни никак нельзя. Сейчас, может, прыжком?
А может быть прыжком можно? Да, походу прыжком можно прервать. Но как бы, как это мне там поможет? Надо мне просто как-то находиться чуть-чуть раньше, то есть как-то, не знаю. Надо, то есть, моментально использовать дашь, как только я беру это перышко, чтобы он успел закончиться. У меня только один вопрос, как я до этого проходил этот момент? А, вот, кстати, лоу. До этого я не думал, как его проходить, но так и есть. Но она на воздухе находится, я не успеваю приземлиться. Нет, обычная сложность, Mortal Mode. Это, ну, типа normal. То есть есть еще ангел мод, это самое легкое, есть демон мод, это вообще жесть. Ну блин. А, не понял, не было рывка или я закрабил? Не, ну один раз же как-то почти получилось, я даже взял, по-моему, то перышко верхнее. Не понял, нету что ли лоу или че? Не, я, кажется, понял. Мне нужно сделать рывок так, чтобы рывком взять второе перышко. То есть, и в итоге, то есть, пока я лечу в рывке, я беру это перышко, и поэтому у меня есть еще один рывок. Ну, вот, только надо было взять. Что ж такое? Ну опускайся ты на землю-то. Не хочет что-то. Не знаю, по настроению, короче, она летает тут.
А, только не вверх надо было. Только надо было не вверх и все. Ну, это слишком высоко. Тут надо именно поймать, чтобы не слишком высоко использовать, чтобы она успела приземлиться. Но вот это было неправильно. Как-то, блин, оно не получается. Ну, то есть, блин, я беру эту перо заранее. Легко сказать, вперед не жми. К тому же там все-таки надо жать вперед, просто, ну, не так сильно, но, короче, это довольно тяжело проконтролировать, когда за тобой, блин, гонится, блин, пойми что. Лол! Привет, Just Observer. Да ну... бери ты, ну... Да что такое? Ну подкат, ну... Руки-крюки, блин. Есть. А, чё, шип? Солгрин, ну ты тролль. О, удаляй. Вот надо было там шип поставить обязательно. Почти как шип после гравитрона, ну... Примерно. Видел, но... Попробуй сначала поиграть, потом говори. Одно дело, там что-то увидел, то, что тебя пока что не касается, другое дело, когда ты к этому прилетел внезапно и думал совершенно о другом.
Я думал, что когда я прилечу туда, я как-то, ну, спокойно обойду этот шип. А в итоге получилось все не так, потому что я там летел с бешеной скоростью. Да что? Я жал прыжок, но слишком поздно. То есть теперь я точно помнил про шип, но просто не смог его это. Я просто пытался его на ходу перепрыгнуть. Наверное, лучше все-таки остановиться, да? Как только делаю подкат, просто отпускаю нахрен все кнопки. Не так. Блин, вообще что-то не так. Да что, что-то как-то я стал вообще не долетать, не понял. Все. Нормально. И чё тут? А как там же? Я не смогу подняться, не понял. А, значит, тут надо один прыжок, чтобы сохранить. Все-таки. Посередине же спускаться можно, да и по бокам, что-то я тут прям. А, выступ есть? Где выступ-то? Не вижу выступ, на котором можно встать. Блин, ну все, я израсходовал прыжок. Так где нет, а там выступа? Ну, который бы я мог использовать, по крайней мере. В смысле? Ну, мне нужно наверх, как бы, да, очевидно. Я не пойму, мне нужно до хрена прыжков сохранить. По сути, мне нужно здесь попробовать только крылья, что ли, использовать. Или только один прыжок. Лучше, наверное, только крылья. А какая разница? Ну, направо и что? Там, по-моему, то же самое. А, вот, можно прыжок и крылья еще сохранить. А в чем разница права-то?
Ну, в смысле, ну может и ключ, но мне... Какая разница? Мне нужно сюда вначале попасть, перед тем, как думать, что там дальше. Тем более, там меня точно не касается, потому что тут сейф, как ты говоришь. А, ну так там нужен ключ. А у меня нет ключа, я же израсходовал все ключи свои. Это замок вообще-то висит. Это замок висит, а к нему нужен ключ. У меня нет его. Да что ты? Как? Что-то там какое-то вымигривание стрёмное. Да мне же не хватит тут одного прыжка и крыльев-то. Чё за фигня? Или может вначале прыжок, потом крылья тогда? Да ну... Да хорош засасываться. Не в одно, так в другое. Да лол. Да, вот это вот уровень так уровень. Уже 600 смертей на уровне. У меня такого раньше не было на других уровнях. Почему убил бы, если бы этот ближний бой просто не попадал бы тупо по нему? Так что это вообще не аргумент. Смысл в ближнем бою, когда им не достать. Да почему я перестал допрыгивать? Видишь, когда достаю, то он норм. Я не знаю, как это проходить. Вообще нет идей. Попытаться только лишь крыльями здесь вымигрить, да ни хрена это не получится. Наверное. Но это догадки. Это догадки, что получилось бы. К тому же ты бы офигел бы от количества кнопок. И так их уже много достаточно для платформера-то. Блин, походу крыльями надо вымикривать. Походу можно это сделать. Чуть-чуть же не хватает. Так я проверил, может быть, я тут больше был бы ускорения. Я слишком рано направо иду. То есть посередине нужно дольше находиться. Во! Убей ты его уже.
Очень тоненький прыжок тут нужно сделать. Очень тоненький. Прям вот вдоль этого телепорта, портала этого. Нет, у меня, смотри, 4 кнопки направления и кнопка стрельбы, прыжка и крыльев. А так было бы еще кнопка удара, то есть 8 кнопок. Ну как бы это же не файтинг тебе, да? Чтобы тут было по 20 кнопок. Ну, достаточно много. Ну, учитывая, что их надо всех, ну, бывает, что в одном и том же моменте нужно все использовать кнопки, только в нужной последовательности, а не так, что одна в одном моменте, другая в совершенно другом моменте. Ну блин, ты как бы так говоришь, вот ты играл в Wings of Fee, и ты хочешь сказать, что ни хрена нет сложных моментов из-за того, что нужно очень много кнопок жать? Знаешь, ну может быть, ну ты же снап, я понимаю, но тебе все игры проходятся вообще с первого раза. Но вообще как бы обычным людям бывает иногда тяжело запоминать комбинации клавиш. Еще и с таймингами. Не всем, но... Как это странно считать, если они имеют огромное значение, учитывая, что тут еще и диагональки. Да, только в тех платформерах, скорее всего, нету ни микрижа, ничего такого. Да, это действительно снап. Но просто я его называю по нику, ну, обычно. Сейчас просто, ну, по привычке сказал. Ну, чтобы те, кто его не знает, ну, понимали, с кем я говорю. А то снап-снапы, они не видят никакого снапа в чате. Так, ты понимаешь, одно дело, сколько кнопок в платформере, другое дело, как и когда их нужно использовать. Я тебе могу сделать и 20 возможностей, на каждая будет на своей кнопке, да, но только ты их будешь использовать в спокойной обстановке и, ну, как бы, и тебя это не вызовет трудностей особых. А когда тебе нужно там, не знаю, там рывок, там с направлением, потом прыжок, ударить, там второй прыжок, еще и крылья потом использовать. И там еще это тоже с диагональками, там, с направлениями. Это уже начинает напрягать. А если бы там еще и был разный тип удара, это бы еще сильнее напрягало бы. Так что я не знаю. Ты как бы пока не играешь, рано судишь как-то. Ну, по крайней мере, я как бы за себя говорю. Мне было бы еще сложнее намного. Не хочу мегаменов играть, что-то. Простая игра, но я не простой. И к тому же, Мегамены вообще-то считаются сложной игрой, так что, как бы, пример не очень. То есть ты привел пример как раз то, где именно как раз сложно. То есть я и говорю, что это будет очень сложно, а эта игра и так не считается простой. Так что, как бы, а ты предлагаешь еще усложнить.
Блин, да что же я делаю? Ну, не так же это. Ну, не знаю. Ну, как бы это надо пробовать, если была бы возможность. Конечно, можно было бы сделать это как бы как опцию, ну, то есть типа в меню переключаться, да, ну, кому как удобнее. Но, блин, все-таки инди-игра. Как Солгрин захотел, так и сделал. Он же по ходу разработки вообще, насколько я знаю, с обществом не советовался. Чё, типа, чё как сделать там, кому что больше нравится. Даже не... А, были какие-то беты единственные, да, закрытые. Каким-то там своим людям, грубо говоря, давал, по-моему. Но... Это скорее на бета, ну, как тестирование на баги, а не то, чтобы прям выслушивание каких-то советов. А, ну видишь. Ну как бы да, то есть он не планировал сделать игру, в которой приятное времяпрепровождение, это да. Ну это очевидно как бы. То же самое там, да, почему в Боше там хитбоксы кривые, почему там, не знаю, еще что-то. Не так в его играх, ну, потому что и стример должен страдать, а его игры в основном для стрима. Я не знаю, как туда запрыгнуть, это охренеть просто. Ну как управление нормальное? Маленькие прыжки сложно делать, например. Да, и плюс змея. Но это кому как? Некоторым змея не кажется тяжелой вообще. Да охренеть, тут фарм смертей пошел, я вообще офигею просто. Да как туда запрыгнуть? Я что-то не так делаю. Не, я что-то не так делаю. Ну не запрыгнуть туда так. Нифига не запрыгнуть. Что-то вот они моргают. Может быть, когда они темнеют, то они это... Не засасывает? Да нет, это просто атака анимация. Ну вот Defender играл, он говорит, вообще нормальные хитбоксы у змеи. Вот, то есть он вообще не почувствовал, что там какие-то хитбоксы кривые. Ну блин, ну по идее туда, а куда еще просто? Привет, Desmond и Grim. Может туда вниз? Ну нет. Ну все, больше мне некуда идти просто. Он его вообще нормально размикрывал. Вот эту звездочку вообще, то есть он нормально, ничего хитбокс ему никакие не мешали. Так вправо у меня нет ключа.
Тут нужен ключ, вон, над ним мигает ключ, вот такой ключ мне нужен. Не, вряд ли сохраняется. Ты между рывок? Нет. Ну, я понял твою мысль. Ну, давай попробуем, но я думаю, вряд ли. По-моему, после подката оно исчезает. Ну, да, вот уже нету. Так что нет. Но к тому же не стал бы он делать шатсы, выбежать куда-то на обратно. Ну, или вряд ли. Блин. Может, все-таки парение и прыжок? Не, ну два прыжка-то явно выше все-таки дают, чем парение. И, ну просто парение позволяет, как бы, ну, держать высоту как-то, да? Непонятно. Да, самый фармячий уровень получился. Вообще интересно, долго ли до конца игры? Ну как бы по сюжету вроде по идее уже близко. Блин, ну кстати не знаю, вот если бы если бы не засосало, фиг знает, мне кажется, хороший был бы прыжок. Да я не понимаю, когда начинает засасывать, честно говоря. Кстати, ну надо все-таки этими крыльями. Просто я, наверное, не учитываю, что даже уже вот тут вот на краю она все еще поднимает. Нет, ничего не возвращает. Ой, что я сделал? Не возвращают. Блин. Вот раз прыжок. Да что ж ты, блин, не даешь мне попробовать-то? Тупое место. Ну, короче, ничего не возвращают. А, что-то я об этом не подумал. Блин, надо было раньше сказать, что-то я вообще об этом не подумал. Привет, пророк, как там отдыхается? Что-то походу не очень, да? Судя по смайлу. Да ну не падай ты, ну. А Wings of V еще без смертей не проходили? Да вот, ну почему он засосался? Вообще такая жесть.
Не, ну просто пророк сейчас в Египте, если долетел, конечно. Как бы, мне кажется, ему не до Боша, хотя ноут с Боша он взял. А, нет, он же Боша не скачал, вот он не очень. Как можно полететь на отдых и не взять с собой Боша? Вообще что-то как-то не клеится. 40 минут. А, ну на ангел моде, ладно. На ангел моде там, я так чувствую, умереть довольно сложно. Не знаю, может быть потом, когда пройду, может упарюсь, попробую ангел мод, потому что мне все-таки интересно, насколько там легко. Может быть. А может просто не на стрим. Ну не знаю, посмотрим. Ну просто мне кажется, так легко и хорошо игра пойдет. А, шторм. Блин, что-то жесть какая-то. Что-то жесть какая-то. Да меня сейчас этот еще убьет, лол. Что-то мне кажется, вот тут направо поток не просто так. Может тут все-таки легче запрыгнуть по какой-то причине? То, что ты, ну, падаешь, ну... В смысле, как ты видел? Такое неловкое вот это управление в этом пару. Блин, ну как-то я не знаю. Тут битва в этом потоке, это просто такое не очень. Ну это же было близко вроде. А, ты стрим смотрел, что ли? Ну, я понял, это типа спойлер такой был. Одно дело они играют, другое дело ты видел или нет. Как бы. Причем тут... Я явно рано слишком. Мне кажется, почему-то справа легче, не знаю. По-моему, там немножко склон другой. Так что я не знаю, где гостей, что ты меня там в заблуждение вводишь. Ну, как бы. Может, ты корейцев смотрел там каких-то. Ну, по-моему, справа проще. Ну, просто по ощущению, вроде бы мне меньше остается расстояние справа.
тому же не зря же потоки сделали там. То есть, как бы, туда направо идти, как бы, чуть-чуть сложно. Ну, так-то, конечно, ничего такого, но... Все равно, как бы, можно умереть, пока будешь переходить с потока на поток. Отлично. Не знаю, вот я как раз таки на глаз смотрю, и вроде несимметрично. Смотри, склон-то чуть-чуть, по-моему, там справа, ниже. Я из-за этого начал направо пробовать. Посидел, посмотрел, мне показалось, что несколько пикселей это ниже справа. Ну, может быть, я и не прав, я не знаю, но буду пробовать все-таки с той стороны. Есть! О-хо! О-хо! Говорю же, справа проще. Охренеть, 800 смертей уже. Босс, что ли? А, обычный козырь. А, и плюс вот это еще что-нибудь. Ну, может, я упоролся, не знаю, ну, только что-то. А вот и ключ. Вот и ключ. Так, теперь еще надо вниз возвратиться. Это, кстати, опять не так-то просто. Хотя... А, не, хотя просто. Ну блин, надо эту букашку, короче, убить. Блин, там она же закрывается, я понял. Блин, кстати, тут прикол, да, есть в том плане, что поток-то меня вверх несет. Так что, может, все-таки попарюсь немножко тут. Ну, не так, как наверх, конечно. А, во. А, надо было сейф взять. Ну, ладно, может, тут будет. Да, тут есть сейф. Ох, что-то мне кажется, дело к боссу идет. Точняк. Так, я у них отнимаю хоть что-то? А, да, кстати. Блин, что-то я пока беспорядочно просто что-то делаю. Ну пофиг, это первая попытка. Ну, короче, понятно. Дошел я до босса. Вот. И, наверное, я буду на этом заканчивать стрим. Сейчас посмотрю, сколько я уже стримлю. Ага, ну, 2 часа, получается, я постримил. Да, я понимаю, что это может не так уж и много.
потому что бывало там и больше, но все-таки Wings of Sleep выматывает. Я прошел этот адский уровень, ну, по крайней мере, до босса, да? Кстати, надо, да, выйти из игры, а то время идет игровое. Вот, прошел этот адский уровень. Я очень рад этому, потому что реально запарился, просто запарился. Вот, ну, значит, на следующем, как каком-то, опять же, очередном стриме, я не говорю, что, опять же, это будет именно следующий конкретно мой стрим, вот, но будем уже босса мучить. Что-то так, на первый взгляд, босс вообще что-то несложный, я не знаю, наверное, у него какие-то там еще дополнительные стадии будут, потому что, ну, я ему сейчас уже снес там, вроде, ну, вот этим стражем, по крайней мере, довольно дохрена снес, не знаю, наверное, там какая-то боль дальше будет, посмотрим. Потому что я не думаю, что сейчас будет простой босс, как бы, ну, после того, что было хотя бы в предыдущем боссе, да. Вот, ну, тогда все, на этом стрим заканчивается. Всем спасибо, что смотрели, всем пока, увидимся на следующих стримах.